Идем по таежной дороге. В округе никого. Вот Вася идет с пистерем, с ружьем. Я сейчас маленько поснимаю, чтобы камера не тряслась. Вот эта таежная дорога. Здесь еще следов вообще нету. Вообще нету пока следов. Но грибов тут везде. Море. Но мы пошли посмотреть, есть ли брусника. И мы решили с двумя зайцами угнаться. И бруснику пособирать, и белые грибы. О, белых грибов опять к море. Но мы идем пешком, потому что не проехать. Вот такие дела у нас, ребята. Вот пришли мы на делянку. А брусники-то и нет. Вот эта делянка. Здесь в том году было брусники очень много. А в этом году брусники нет. Вот так вот. Вот обошли весь наш бор. Вышли к болоту. Вася ушел на болото посмотреть, есть ли клюква. Я тут пока стою, жду его. Ни брусники, ни грибов. Сейчас вернемся обратно и поедем дальше к пермякам. Может быть, там что-то мы раздобудем. Но не факт. Да. Вообще молодец охотник. Вначале он не подавал никаких надежд. Фу, никаких. Вот. Но теперь он оправдывает себя. Ну, лайка есть лайка, это волк. Несколько раз уже он нас спасал от медведей. Снова от медведей и снова от медведей. Адам, посмотри на меня, покажись людям. Адам не хочет. Это ему не надо. Ребята, набрали мы грибов вот полные две вот эти цветные корзины. Теперь мы собираем УАЗик, все складываем и поедем дальше. Собачка вот тут наша лежит, она очень устала, чешется. И вот у нас наш костерок опять. Ветер дует сегодня. Вот костерок. Вот там чай кипит. Вот тайга непроходимая, глухая. Что нас ждет впереди, я сама не знаю. Подписывайтесь на мой канал «Ольга Затерянная в тайге». И вы узнаете, что было дальше. А дальше было вот что. Приехали мы почти что Пермскому краю. Здесь даже время сразу же на телефоне сменилось. 2 часа разница. То есть у них на 2 часа они вперед живут, чем мы. И здесь впереди мне к ним неудобно подходить. Но тут не видно через деревья. Стоит целый палаточный лагерь пермяков. Это кошмар. Мы не ожидали. Пермские номера стоят. Вася туда к ним ушел. Узнать, разведать, что как. Но это вообще капец. Это капец. Никто не ожидал такого наваждения. Но видно, что они тут бруснику гребут. Вот так вот. Мы не знаем дальше, что будем делать. Куда еще двинуть. Продолжение следует. Костер горит. Варим суп и кипятим чай. Время 8. Здесь веселее, чем в том, месте. Здравствуйте, мои дорогие друзья и немногочисленные подписчики. Вот уже 3 ночи мы переночевали в тайге. С того бора, где растет брусника, мы уехали, потому что там был палаточный лагерь и брусники нет. И мы вчера перешли на тихую охоту, сбору белых грибов. И вот сегодня с 8 утра мы потихонечку собираем белые грибы. Грибов очень много, очень, но они переросли. Вот у нас сзади нашего УАЗика вот такой автоприцеп. Я не буду поднимать тен, развязывать. Но вот он полный, вот этот тен, полный белых грибов. Хотя подниму, покажу, если видно будет. Вот. Это полный тен. Ой, извините. Это полный прицеп белых грибов. Это все третий и второй сорт. Первый сорт у нас находится в машине, в УАЗике, в маленькой коробочке.
Тайга, вот это, я даже не знаю, то ли это Кировская область, то ли это Пермский край, но мы очень далеко от приемного пункта. Но нам нужно к 4 часам успеть, чтобы грибы сдать. Посмотрим, насколько сдадим, еще сегодня ночуем ночь. Ну, еды у нас много, мы, конечно, можем еще ночевать ночь, но просто уже охота по-хорошему умыться и просто полежать на диване. Ну, я как бы я не устала еще так сильно-то. Вот. Подписывайтесь на мой канал Ольга, Затерянная в тайге, и вы узнаете, что было дальше.